Я приветствую всех и каждого, с вами Бадди. Напомню, мы проходим Sublustrum. Довольно захватывающий квест, захватывающий в плане своей атмосферы и довольно нетривиальных загадок и геймплея. Пока ничего сложного не встретили, за исключением того, что я вроде как невнимательный, я пока шарился между серией понять, что я мог упустить, зашел в подвал, и, как вы можете видеть, сразу обнаружил здесь листочек. Вполне возможно, он прольет нам свет. А я, как обычно, понимаю, что все мои проблемы из-за невнимательности. Давайте его смотреть. Нота бене. Второй канал полностью засорился. Нужно подавать недостающую часть жидкости в первый канал. И что это мне дает? Второй канал засорился. Подавать в первый канал. Так, если... Ну-ка, если... Ладно. Пока есть мысль какая-то, но озвучивать я не буду. Потому что она вполне возможно неверна. Я имею в виду... Мысль такая. Второй канал. Здесь 4 канала. Может быть... Ой, что здесь так гудит все жестко. Я уже забыл, что здесь это гудит. Я имею в виду, может быть... Второй канал вот этот метод засорился, и нужно его мощность передать на первый канал. Ладно. Так, еще что-то упустил. Блин, как я эти вещи раньше-то не замечал. Тут получается под этой колбой здоровой еще ящичек. Ну, давайте. 10 сентября. Целые недели, как будто и не бывало. Студентов на занятия ходит все меньше, только что мне нынче до них. Просматривая присланные книги, записки этого англичанина чепуха, как я подумал сразу, наткнулся в одном из сборнике на любопытнейший факт. Выясняется, что кварцевая порода, из которой возводили дольмены, вкупе с особенностями конструкции, позволяли им генерировать помимо инфразвука еще и ультразвук. Значит, нужно попытаться изменить силу и характер пульсаций, но, скорее всего, понадобится 5-й контроллер. Грядут очередные траты, несоизмеримые доходом. Ну да что теперь об этом? 28 сентября. Я допустил ошибку в своих ранних записях. Это касается системы охлаждения в подвале. Напор воды в 4-м канале необходимо увеличить на 1 оборот вентиля, за счет такого же сокращения напора во 2-м канале. Ага. То есть получается, если было 5, 2, 2, 2, теперь должно быть 5, 2, 2, 3, да? Сокращение объема во 2-м канале. Получается 5, 1, 2, 3, что ли? Ладно, попробуем. О, ножницы лежат в записях. Как их взять? 8 октября. 2 дня подряд провожу эксперименты с органофоном. Все стекла вибрируют, а с потолка осыпается штукатурка. Явный признак того, что все частоты для капсулы подобраны правильно. Петр, который прокладывает коммуникации, жаловался на приступы паники, так что пришлось снабдить его берушами. Теперь я уверен, что не допустил промах ни в габаритах капсулы, не в соотношении сторон. Значит, все дело в звуковом давлении и пульсациях. 10 октября. Сегодня великий день. Я до сих пор не верю своему успеху. Наконец, мне удалось на несколько секунд оказаться там. Я не чувствовал своего физического тела, при этом прекрасно осознавал себя и все происходящее вокруг. Невероятно, но я мог перемещаться в этом мире. Готов поручиться, что увиденное не было следствием переутомления, а результатом работы моей машины, воплотившей опыт древних цивилизаций. 'Нельзя забывать и о химическом воздействии растения, но я прекрасно знаю, что изолированно оно оказывает совсем иной эффект. Надо поспешить в подвал за бутылкой коллекционного Шато Бордо и отметить это радостное событие. 12 октября. Все оказалось даже более удивительно, чем я мог представить. Я завел еще один журнал, где тщательно фиксирую каждую деталь своего пребывания в мире, который решил назвать мерцающим. Второе путешествие было заметно дольше и длилось 2,5 минуты. Могу утверждать, что помимо простого перемещения присутствует возможность взаимодействия с разнообразными объектами. Временами то, что я вижу, напоминает наш привычный мир, но как бы отраженный в кривом зеркале и с приглушенными красками. 20 октября. Эксперименты продолжаются. За прошедшую неделю мне удалось установить, что мерцающий мир существует по своим законам времени и пространства. Теперь он предстает гораздо более глубоким и комплексным, чем казался изначально. Кажется, я уже второй день забываю поесть, но для этого мне придется выйти на улицу, чего бы мне сейчас хотелось меньше всего. 23 октября. Малейшая поломка аппаратуры сейчас может привести к краху всего исследования. Денег на закупку новых деталей почти не осталось. Последнее новшество. Для более удобного включения контроллеров я установил панель с тумблерами в гостиной. В случае перегрева они выключаются автоматически. Не знаю, когда доведется написать еще раз. Журнал отнимает слишком много бесценного времени, которое нужно посвятить изучению мерцающего мира. Мерцающий мир. Красивое название. Так, из того, что я понял, из этих записей, нужно соотношение 5:1:2:3. Но перед этим мы с вами прочитали, что второй засорился, соответственно, нужно передать всю мощность первому. Тогда получается 6, второй не крутим, 2-3. Давайте пробовать, может это произойдет. Так, понять бы, какой из них еще. Но очевидно, что стрелочка показывает, что крутить надо налево. Какой бы, понять бы еще, какой из них первый, этот или этот. Давайте так попробуем. Так, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь не крутим. Здесь 2, да? 1, 2. А здесь 3. Потекло, не потекло. Ну, вроде быстро течет. Ну-ка, давайте попробуем понять. Может быть, с этой стороны? Давайте так. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Этот не крутим. 2, 3. Тоже ничего. Ладно, значит, я все-таки был прав. Давай так. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Не крутим. 1, 2. 1, 2, 3. Да, это максимально громкое течение воды. Ну ладно, будем надеяться, это нам что-то даст. Так, у нас есть ножницы. Куда мы можем их применить? Давайте думать. Может быть, на ту кобочку, которую никак не могу взять. Которая стопорит мое продвижение в приготовлении этого зелья. Давайте попробуем. У меня мышка начала нормально двигаться без тормозов. Ага, только сказал. Нет, не могу ее взять. Давайте попробуем применить ножницы. Да, но видите, оно было привязано. А я все равно ее взять не могу. А, я взял провод просто. Мне сама колба не нужна была, да? Ладно, давайте пробовать с ней что-то делать. Так, вся эта смесь должна пойти в ингалятор. Давайте прицепим шланг. Хорошо. Так, теперь понять бы, что из этого эфира, что из этого спирт. Соотношение 5:3, если мне память не изменяет. Давайте вот этого возьмем 5, этого 3. 1. А, все, понял. Теперь понял. Так, это убираем. Давайте так. Очистим их полностью. Так. 1, 2, 3, 4, 5. А здесь 3. 1, 2, 3. Так, значит, меняем местами. Очень приглушенным голосом мне повторили, что 5 и 3. Тогда так, раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Аллилуйя. Так, теперь что, листики сюда засунуть? Я же вроде пробовал. А, ну получается все, да? Смешали? Ничего не произошло, ну, наверное, да. А как-то не дают понять, что ты сделал все правильно, то есть что с трубами, что здесь. Хотя вполне возможно, просто я что-то неправильно сделал, но других вариантов я не вижу. Я смешал и так 5 на 3, и так 5 на 3. Ладно, давайте попробуем выйти, может там что-то произойдет. В прошлый раз, когда я вышел в главную залу, был небольшой ролик. Так, а у нас же еще в этой комнате, помните, есть органофон, который каким-то определенным образом резонирует. Нет, войти я не могу. Ну-ка сюда. Я так понимаю, тут... Тот предохранитель, про который было сказано в последней записке. А, да. Заработало. А как он заработал? Что я включил? Охлаждение? Так, ну давайте попробуем. Так, что у нас тут по звукам? Я так понимаю, когда будет правильно, то лампочка должна загореться. О, точно. Что-то все затряслось. Сюда могу пройти? Нет теперь? Ключа у меня никакого нет, соответственно, вряд ли. Возможно, попозже мы где-то найдем ключ. Да. Нет такой возможности. Так, ну может быть теперь, когда органофон заработает, нас пустят в капсулу. Все делаю по наитию. Может, здесь нажать надо что-то? Так, может быть, как раз вот эту капсулу сюда вставить надо. Нет, все. Попробовать стоит? Нет. Ладно. Ну, здесь два варианта. Если меня сейчас не пускают в капсулу, то я не знаю, что делать. Здесь я выключатели взвел. Пустить, пожалуйста. О, отлично. Значит, я сделал все правильно. Блин, а что здесь так стрёмно-то? Слушайте, капсула что-то... Вы видели, какая она снаружи? Она же маленькая. Тут прям... Очень много места. Так, и чё? Тишина такая. Только слышно, как соседи мои долбятся. Так, не понимаю, что делать, если честно. Так, ну давайте так по порядку вот сюда начнем. Так, капсула, может быть, присоединить. Ой! Это я что сделал? Так, это я отделал, получается, противогаз, да? Блин, стрёмно более чем. По идее, я должен нюхать вот эту смесь. Да. Увидел я то место. Так, теперь, наверное, сюда. Здесь что? Что, какие цифры туда выставлять? 5, 2, 2, 2, нет? Нет, у меня там было 6. А, здесь 5. 5 ползунков было. 5 ползунков было на органофоне, по-моему. Ну-ка. Что, не выпускаете, что ли? Получается, может быть, мне нужно соотнести частоту органофона с частотой капсулы. Так, сколько здесь? 2. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре. Так, получается 2, 5, 7, 5, 4. 2, 5, 7, 5, 4. Ладно, не забыть. 2, 5, 7, 5, 4. Но это единственная наводка на эти цифры. Давайте еще раз оденем противогаз. Ой. Что-то я уже нюхаю здесь. Так, давайте. 2. Так, 5. 7. 5, 4, да? И чего подождать? Непонятно пока. Так, а с левой стороны что? Какой-нибудь тумблер есть? Главный. Получилось? Да, получилось, отлично. Ну, все логично, в принципе. Каких-то задач нерешаемых и необъяснимых нету. Нанюхались. Сейчас отправимся, видимо, в мерцающий мир. Или он проснется просто с похмельем и скажет, что это было. Довольно долгие загрузки, кстати. Вот, постоянно, когда загружаю перед тем, как сесть, записывать... Сохранение очень долго грузится. Ну, наконец-то. Так, и что? Почему такая тишина, как будто я в вакууме нахожусь? Глухая. Вообще ничего не происходит. Надо выйти. Опачки. А мир-то изменился. Это и есть мерцающий мир, или это просто другая, так сказать, другое пространство времени? Давайте выяснять. Стены пропали. Сюда, я думаю, смысла идти нету. Хотя я вам скажу, такая обстановка мне нравится больше. Меньше ржавчины. Как-то она более уютная, что ли. Но музыка, конечно, саундтрек у игры потрясающий. Такие меланхоличные мелодии. Я люблю такие. Так, можно выйти туда, да? Совсем другие книжки лежат. Так, а сюда можно пройти, нет? Судя по всему, нет. Ладно, давайте подойдем к книжкам. Без названия. Наука продолжает искать новые подходы к пониманию механизмов психики человека. Новейшая теория глубинной психологии, предложенная молодым врачом Фрейдом, описывает человека совсем не как разумное существо, осознающее свое поведение, а как существо, пребывающее в вечном внутреннем конфликте, истоки которого лежат в гораздо более широкой психической сфере в области неосознанного. За отчетливыми и ясными идеями и образами сознания скрыты темные и спутанные видения сновидений и галлюцинаций, символические отображения инстинктивных влечений. В соответствии с этой теорией можно наблюдать прямые аналогии между сновидениями, детскими влечениями, неврозами и произведениями искусства. В своих работах Фрейд утверждает, что существует скрытый язык символов бессознательного, который, тем не менее, возможно перевести на язык сознания. Последователь Фрейда Юнг полагает, что происхождение образов бессознательного уходит в глубину веков, крайним этапом эволюции человека. При этом Юнг выделяет два уровня бессознательного. Индивидуальное бессознательное, состоящее из личного опыта, воспоминаний и устремлений. И второй, скрытый уровень коллективного бессознательного, которого брал в себя опыт прошлых поколений и о существовании которого человек даже не догадывается. Я вспоминаю, что что-то подобное мы изучали на курсе психологии в университете. Почему-то у меня всплыло в памяти эти вещи. Основу коллективного бессознательного составляют архетипы. Врожденные психические образы, формирующие общую для всех народов символику снов, мифов и преданий. Архетипы обычно связаны с такими знаковыми событиями жизни, как рождение и смерть, одиночество, впечатление раннего детства, а также реакция на смертельную опасность и психические заболевания. Одним из наиболее ярких архетипов является тень, темная сторона «я». Тень представляет собой совокупность всех аморальных, запретных и неприемлемых желаний и поступков, и играет большую роль в формировании депрессии и неврозов. В настоящее время с целью подтверждения этих теорий проводятся исследования по изучению иллюзий параноиков, трансовых состояний и сновидений у детей. В работе с этими пациентами часто применяется техника гипноза. Получаемая в результате цепь фантазий приоткрывает мир бессознательного и дает богатый образами материал. Однако этот метод отнюдь не безопасен, поскольку может увести пациента слишком далеко от реальности. Ладно, видимо, вот в этом бессознательном мы сейчас и находимся. Ну давайте, наверное, начнем наше изучение с органофона. Я так понимаю, мне теперь нужно решить задачу и вернуться обратно в нашу колбу с тем, чтобы попробовать перейти в другой мир опять или вернуться в тот, где мы уже были. Сюда мне пройти дают? Да. Внутрь войти тоже дают. У меня есть отвертка. Ладно, давайте начнем, наверное, отсюда. Сюда подойти мне не дают. Здесь, в принципе, тоже ничего нету. Давайте зайдем в коридор, с которого мы приходили. Кстати, фотография-то другая. Забавно, да? Водолазы и девушка. Ухажер, да? Вполне возможно, что... Кстати, и картины другие получаются, да? Или нет? Или та же? Да, картина здесь была другая. Здесь была Венеция, если я не ошибаюсь. Так, дверь закрыта, да? А если попробовать взломать? Нам-то, опытным форточником. Нет? Ладно, тогда давайте попробуем пойти в кабинет нашего... Ой-ой-ой, что здесь происходит? Почему здесь все такое сюровое? Вроде как и то же самое, да? А вроде как и нет. Еще одна книжка. В результате анализа многолетних исследований пациентов, переживших клиническую смерть или кому, наблюдается характерная закономерность в описании испытываемых ими ощущений. В первую очередь это состояние левитации, то есть отделение от собственного тела, в котором человек может совершить спиритические и религиозные путешествия. По рассказам пациентов, находясь в левитации, умирающий покидает свое тело и направляется в место, которое можно было бы назвать «после жизнью». Пока что об этом месте известно крайне мало. Также одним из наиболее частых образов нетелесного опыта является движение по светлому туннелю, встреча с умершими родственниками, мелькающие кадры прошедшей жизни и разнообразные слуховые ощущения. Скептики называют такие явления галлюцинациями, вызванными нехваткой кислорода и угасанием функции мозга, в то время как спиритуалисты приводят их как прямое доказательство загробной жизни. Как мы уже отметили выше, рассказы пациентов примечательны явной повторяемостью и неиллюзорностью, а также не зависят от их возраста, воспроизведения или социального статуса, простите, вероисповедания. В связи с чем научному сообществу становится все труднее игнорировать феномен близких к смерти состояний. Однако мы вынуждены признать, что в настоящее время наука не располагает необходимыми техническими возможностями для более полного изучения данных переживаний и искусственного погружения в состояние после жизни. Изучение мозга пациентов, умерших через некоторое время после возвращения из этого состояния, не выявило каких-либо видимых изменений и патологий. Остается чистая теория наблюдения пациентов медперсоналом, расспросы и составление статистики с целью выявления прежде незамеченных закономерностей. Полученные данные заставляют нас также по-новому взглянуть на существование медиумов, людей, способных устанавливать связь с умершими и общаться с ними. Отметим также, что дальнейшие исследования усложняют еще и то, что у многих пациентов после выхода из клинической смерти наблюдались явные признаки деперсонализации, замкнутости и депрессии. Вы знаете, такое ощущение, что у кого-то из разработчиков, вполне возможно, кто-то из родственников впадал в состояние комы, и, может быть, идея создания подобной игры на этих переживаниях и была. Выявлено. Так, ладно, нам явно к этому столу, явно к его содержимому. Так, у нас здесь есть прибор. Что на нем мы можем нажать? Раз. То есть два сюда, да? Понять правильную очередность можно будет только почитав опять же какие-то записки. Так, ну давайте, вот у нас лежит одна. 4 ноября. Я чувствую, что он ждет меня. Все, что я делал в своей жизни, каким-то образом отпечаталось и в мерцающем мире. И теперь он дает мне возможность заново прожить свою жизнь. Исправить то, что хотел исправить. И пережить заново моменты счастья. Надо увеличить дозу из одного давления, чтобы путешествие длилось дольше. Возможно, этот мир и является тем клише, с которого отпечатана наша реальность. Мое открытие должно перевернуть всю научную среду. 11 ноября. Очень трудно писать. Я растерян и подавлен. Мерцающий мир предстал передо мной в новой, пугающей ипостаси. С самого начала меня не покидало ощущение какого-то иррационального ужаса. Я вынужден был спасаться бегством, но как будто бы застрял во времени, и один и тот же эпизод повторялся снова и снова. Я был обессилен, но каким-то чудом мне удалось выбраться из капсулы. И очередная неприятность. Доставили извещение, из которого явственно следует, что мое финансовое положение крайне бедственное. Почему это происходит, когда я уже почти собрал весь материал и готов сообщить миру о революционном изобретении? 1 декабря. Не может быть иной реальности. Просто сон. Квартира существует во сне, и этот журнал тоже часть сновидения. Странное нагромождение слов, совершенно бессмысленных. Невозможно построить подобную машину здесь. Такой тривиальный и линейный мир мог породить только дремлющий мозг. Место, где все вокруг постепенно разрушается и умирает. А как должно быть? Здесь уже не осталось ответа. Постепенно он превращался в человека депрессионного, да, погружался в свои собственные переживания, и видно по голосу, что терял какую-то надежду. Не понимаю, что еще за открытие, и как оно может что-либо перевернуть. Признание, любовь, деньги, калейдоскоп иллюзий. А наше «я» всего лишь последовательность воспоминаний. Что было со мной все это время? Я не сразу осознал тот факт, что привычный способ выхода из мерцающего мира более не действует. Я все еще не умер. И это звучит так, будто бы я лишен самого главного. Сколько времени я нахожусь здесь? Несколько дней, месяцев или, может быть, лет? Чтобы иметь хотя бы приблизительное представление о времени, я датирую свои записи по движущимся фрагментам архитектурной абстракции, которые находятся в зените. Фрагмент 3. Управление гравитацией и ходом времени позволяет проникать в места, прежде совершенно недоступные. Мне даже удалось усовершенствовать некоторые из этих странных устройств и частично исправить поврежденную электропроводку. Я будто бы решаю головоломку, созданную по прихоти какого-то высшего разума. Еще мне постоянно кажется, что из темноты кто-то наблюдает за мной. И я знаю этого человека, но не могу припомнить его имени. Фрагмент 7. Теперь это место пребывает в разрухе и запустении, но еще в недалеком прошлом оно выглядело совсем иначе, и все мои действия в том времени неизбежно отражались в настоящем. Случается, что иногда искажения временных потоков воссоздают события далекого детства. Тогда я заново проживаю фрагменты своей жизни, наблюдая за происходящим как зритель, не в силах что-либо изменить. Фрагмент 11. Совсем плохо себя контролирую. Прошлое крайне тяготит меня. Я, кажется, начинаю утопать в нем и теряю ориентацию во времени и пространстве. И этот яркий белый свет, я абсолютно не могу выносить его, сразу же испытываю сильнейшее чувство тоски и бессилия. Как будто этот свет хранит какую-то страшную тайну. Нужно как можно скорее отделаться от ключа времени, разобрать его на детали и спрятать подальше. Фрагмент 4. Не понимаю, кто брал мой дневник и оставлял в нем записи. Кто бы он ни был, я хотел бы знать, какую цель он этим преследовал. Фрагмент 2. Есть только один шанс покинуть этот мир. Шанс настолько призрачный, что осуществление его возможно лишь, если звезды удачно встанут на небе. Впрочем, здесь нет даже звезд. Фрагмент 22. Опасно. Не смотреть в темноту. Не слушать шум ветра. Аж мурашки по коже побежали. Ну понятно, что это писали две разных его ипостаси. Более депрессионная, которая, видимо, побывала уже в больших мирах. И более ранняя. Но последняя туда фраза «не смотреть в темноту» опасно. Заставляет немножко напрячься. Так, туда пройти я не могу, да? В принципе, как и сюда. Ладно, у нас запоминаем, что здесь есть прибор, на котором нужно 4 тумблера переместить. Так, главное не упустить какую-нибудь важную записку, как я сделал это в прошлый раз в подвале. Так, здесь я почитал. Ладно, давайте попробуем попасть в оранжерею. Возможно, там что-то еще интересное есть. Ой! Что такие звуки-то пугающие? Так, вот сюда могу пройти? Могу. Что у нас с предохранителями-то здесь? Вон записка, по-моему, нет? Нет, мне показалось. Это всего лишь свет, пробивающийся через окна. Так, здесь никаких активных взаимодействий компонентов нету, да? Ладно, давайте в оранжерею. Если она там вообще есть. Так что вход в коридор закрыт. Так, ну оранжерея это тут и не пахнет. Правильно говоря. Так, ищу по темным уголкам что-нибудь интересное. Мало ли что. Я вам скажу, обстановочка здесь такая напряженная. Так. Ну, сразу бросается в глаза вот эта плита, которые взаимодействовать я не могу, то есть еще не время, да? Я понял уже, что не со всеми объектами здесь можно взаимодействовать, пока ты не сделал какие-то другие шаги. Так, отвертка нам здесь не пригодится. Я теперь боюсь смотреть в темноту. Мало ли что там будет. Ладно, давайте проходить дальше. Так, сюда вроде пройти, да? Это уже что-то. Так. Здесь пока ничего не вижу. Нет, можно подойти. Tempus Edex Rarum. Сюда нужен какой-то ключ. Не тот ли ключ, по которому мы читали в последний раз в дневнике, который он хотел разломать? Ладно, запомним еще одно место взаимодействия. Так, тут тоже что-то есть. Но пока непонятный механизм. Ну, крутанем, чё? Чем черт не шутит? Тоже рано, да? Не доросли мы еще до этого. Ладно, давайте пройдем вперед. Так, что за звуки? Какое-то короткое замыкание. Только непонятно где. Сейчас найдем источник. Для начала все внимательно осмотрим. Вот, да? Я так понимаю, чтобы пройти дальше, мне нужно... Нет? Без проблем прошел. Так. Здесь нужно каким-то образом выстроить лестницу. Только нужно понять, с помощью чего. С помощью каких тумблеров, с помощью каких рычагов. Ладно, будем иметь в виду. Пока много загадок, но ни одного решения в голове не всплывает. Давайте зайдем сюда. Своего рода мастерская. Небольшая. Так, здесь ничего. Давайте с этой стороны посмотрим. К столу в последнюю очередь обратимся, потому что понятно, что на нем будет очень много интересного. Так, это что? Непонятно пока, да? Ладно, давайте напрямую сюда. Так, вот она мастерская. Давайте смотреть, что можно взять. Можно взять молоток. Каждый предмет. Изучим, чтобы ничего не пропустить, потому что вполне возможно, что какую-нибудь мелочевку не возьмем и все. И... Так, здесь есть тиски. Это меня почему-то сразу в памяти всплыла Анна. Extended Edition, где мы с помощью тисков там много что делали. Так, это что у нас? Деталь. Я понял, куда ее ставить, по-моему. Так, здесь еще потайное есть. Место руководства по сборке. Собирать на специально оборудованном рабочем столе. Так, инструкция 1. Ой, тут сколько всего. То есть мне как минимум нужно 4 детали. Ладно, как только эти 4 детали соберем, тогда уже... к инструкции обратимся, потому что сейчас от нее толку нету. Так, сюда тоже явно взаимодействовать нельзя, да? Тиски работают. Так, там просто еще было что-то за чемоданчиком, за этим. Я хотел с этим повзаимодействовать, попробовать. Ладно. Ладно, смотрю, по времени уже серия затягивается. Давайте на этом эту серию закончим. В принципе, у нас много-много мест, с которыми нужно повзаимодействовать, с которыми нужно что-либо сделать, только пока непонятно что. Будем выяснять уже в следующей серии. Нужно, наверное, искать записки все-таки нашего брата, в которых будут раскрываться те или иные тайны. А пока спасибо за внимание. Могу однозначно сказать, что мне нравится та аккуратность, которую проявлена автором при создании окружающей обстановки. То есть видна в каждом кадре эта аккуратность. Картинка просто изобилует различного рода царапинами, запылено. И то есть такой эффект затхлой кинопленки. В общем, чем дальше я играю, тем больше мне нравится. Вот какой я вывод могу сделать. Оставайтесь на канале, подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был AnyBuddyPlay. До новых встреч. Все, пока. Пока.